Нимрод на самом деле – это название компьютера, который позволял сыграть в игру Ним. Его размеры не были скромными – 3,7 на 2,7 на 1,5 метра. Как вам такой? Пришелся бы к обстановке вашего дома? Суть игры в том, что каждый выбирает какое-то количество полей, но так, чтоб тебе не осталось последнее поле. Демонстрировалась игра в Великобритании и была создана для демонстрации технологии Джоном Беннетом. Он сделал несколько скоростей работы компьютера, чтобы у него было время объяснять принцип его работы. Люди не сильно были в восторге от этого, ведь они больше игрой интересовались. Чем закончился этот конфликт интересов, мне узнать так и не довелось. Но людей, которым нравились все эти мигающие лампочки, тоже хватало. Дальше игра была продемонстрирована еще в Западной Германии на промышленной выставке, где ею увлекался сам министр экономики Людвиг Эрхард. Мог бы стать геймером, но не повезло. Не в те времена родился. Так что цените нашу эпоху. Поскольку цель продемонстрировать технологии была осуществлена, компьютер разобрали. Так больше насладиться игровым процессом никому не довелось. Но на самом деле в сети можно достать эмулятор этого калькулятора. Я думаю, вы узнаете скриншот в видео именно его. Если не поставите 6,007 лайка, 0,81 репоста и 1,92 комментария, то Пифагор вам наваляет.